Добро пожаловать на ежегодный концерт детско-юношеского телеканала «Тамыр». Мы готовились весь год, и вот сейчас готовы удивлять. Детский праздник телеканала «Тамыр» посвящен году семьи. Это событие по праву считается самым ожидаемым и ярким событием для юных зрителей. В этом году в концерте принимают участие вокальная студия телеканала «Тамыр», победители телеконкурса «Сулпылар» и конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Талантливые дети из многодетных семей и лучшие танцевальные коллективы республики. Зрители в предвкушении масштабного шоу. Салим, а расскажи-ка мне про концерт. Это ежегодный концерт нашего любимого «Тамыра». Я, безусловно, рад, что смогу посмотреть на это зрелище. И, конечно же, я не остался в стороне, так как я работаю в «Тамыре». И, конечно же, вот выполняю свою работу. Какая реакция у зрителей и что говорят гости мероприятия? Гости, безусловно, рады. Я вижу их счастливые лица. Конечно же, я сам, хоть и я подросток, но я сам рад побывать на этом торжественном концерте. Артисты пели и говорили о любви к близким, традиционных семейных ценностях, милосердии и заботе. Зрителей порадовали яркие номера в исполнении звездных семей. До начала концерта в фойе разворачивается интересное. Асель, что ты ожидаешь от этого концерта? Ну, я вообще думаю, что там будет очень круто. Разные национальные костюмы у людей, разные танцы, песни. Я люблю концерты и всегда на них прихожу. Я хожу с мамой. Расскажи про свой костюм. Он такой интересный. Сегодня день национального костюма. Я пришла в таком красивом костюме. Он такой зеленый. Есть разные, но я пришла в зеленом. Он украшен монетками и разными бисерами. Семья – главная ценность в жизни человека. В семье мы учимся любви, уважению, ответственности. Вечер юные зрители вдоволь наигрались, наелись сладостей и, конечно же, погрузились в атмосферу веселья. Для наших постоянных зрителей посещение ежегодного концерта стало уже традицией. Так что берите на заметку и присоединяйтесь. Реваль Сулейманов, Ильшат Давлетбердин. Специально для Горы новостей.